Всем привет, парни! С вами Сеникс, и сегодня на сайте GetX. Баланс у нас сегодня 6664 рубля. Будем пытаться подниматься. Так, я сразу же увидел неплохой такой краш. Там много нас захабло. Думаю, можно сейчас поднимать. И, в принципе, там успешно поднимаем на 2x. Давайте я также вам расскажу сразу же про бонусы данного сайта. Есть рулеточка, 15-минутная. Берете, крутите, вам до рубля выпадает, кайфуете. Вот, посмотрим, что мне выпадает. Барабанчик крутится и выпадает мне 0,2 копеечки. Ну, казалось бы, это мало, но все же. Каждые 15 минут — это кайф. Также сделайте репост из их группы ВКонтакте. Вам на баланс сразу дают 100 рублей. И также подписка на Телеграм, тоже 5 рублей. И также по моей реферальной ссылочке переходите внизу этого видео и получаете 50% к депу. Ну а мы с вами пойдем играть. Давайте поставим 250 рублей на 1.4. И нас всех сливает. Давайте поставим на двоечку 250 рублей. Попробуем забрать. Тут какие-то ребятки не под химию такими суммами играют. Под химию такими. В принципе, давайте сразу же попробуем. Я раньше, скорее всего, выведу. Я раньше выведу. 1.5 выведу, что-то не хочется мне дальше. Хотя, смотрите, вот ребята с большими суммами стабильно 2x ловят и такие поднимают денежки. Давайте поставим на 1.4 сейчас данную ставочку. И она не заходит. Как-то меня эти ребята запаятили вот на вот такие вот ставки. Как-то хочется тоже немножечко увеличивать бюджет, баланс. И отлично, мы прям очень-очень-очень близко выигрываем. Тут такая разминочная, быстренькая, оп, бэмс, собрали. Все классно, все здорово. Думаю, до 8000 дойти, и в принципе можно будет остановиться на данном этапе. Давайте возьмем 200 рублей на 1.4 поставим 200 рублей. Отлично. Конечно, вот это, смотрю, прям так, это сильно. Ну, у нас не такой баланс. Так, здорово, мы не можем пока что рисковать. Конечно, можно чуть побольше ставить, но я не очень люблю рисковать. Я вот так постепенно, попробую. Сейчас поставлю на 2x наши 200 рублей. Попробуем. Было бы приятно. Вот это вот обидно. Но в принципе, знаете что? Рисковать иногда надо. Иногда рисковать надо. Вот. Как в таких, например, случаях. И забирать. Спокойненько забирать. Ну что ж, давайте тогда сейчас сделаем не такую большую ставочку, и нас full crush. Давайте это вот такую сделаем, попробуем вернуть наши 500 рублей и опять краш, да? Возвращаем наши косарики. Возвращаем сейчас наш косарик, там ребята тоже пытаются вернуть, и мы успешно возвращаем. И знаете что? Я хочу попробовать еще раз. Хочу попробовать еще раз, и на этом, в принципе, закончить данный видеоролик. Азарт начинается. Ну, надо же закончить красивое видео. Надо. Поэтому мы его красиво заканчиваем. Ну что ж, сегодня мы с вами в плюсе.
таком хорошем довольно-таки, на 2000 рублей в плюсе, уже очень близко к нашей десяточке. С такого, в принципе, лоу-балансика. Так что если реально, ну, подниматься, изи, реально. Просто берете, играете и поднимаетесь. А с собой не рискуете, но иногда и можно, иногда это нужно. На этом я бы закончил. Всем спасибо, всем пока.